чувствую себя водителем автобуса. Вот мы переезжаем. Наш дом на колесах. Перетаскиваем вещи. У этой компании есть еще поменьше машинка. Здесь без туалета и без душа. А вот и наш домик на ближайшие дни. Раскладываем нашу еду. Этот кемпер обошелся нам 105 евро в сутки, плюс 40 евро уборка и 600 евро депозит. Показываю маленькую экскурсию про наш дом на колесах. В этот раз мы решили взять дом поменьше, не как тогда по северу Испании, когда мы ездили. Что у нас здесь? Газ есть, ящички, есть холодильник. Есть душевая и туалет. Смотрите, как все, зашибись. Бак здесь 100 литров, есть подогреватель газовый для воды. Смотрите, с каким шикарным видом мы стоим. Это центр управления дома. Включаем свет. Свет у кровати, насос. А, кстати, у нас здесь вода есть. В задней части машины у нас две кровати. По 1,30 м влезет 4 человека. Окошечко. О, неплохо, да? Здесь у нас бачок с черной водой из унитаза. Сюда мы заправляем чистую воду. А из этого вентиля сливаем серую воду из раковины. Огромный багажник, куда мы сложили кое-какие продукты и сумки.